Так, ладно. Едем, едем, едем аккуратненько. Да, чувак какой-то вообще у него интересная такая маска, страшная. О, у нас одинаковые автомобили, смотри. Ага. Разбил. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Кихим Климп Рейслинг. Ну что, поехали, получается, за кубками. Нам нужно много кубок. Кубков, да. Ну, может быть, немного, может быть, только один, но за первое место кубок. Так, вот у нас такой вот автомобильчик интересный. Желтенько-синенький. И мы пробуем на этом автомобильчике занять первое место. Двигаемся мы аккуратненько, поэтому, чтобы не перевернуться. А вот и первое место, финиш. Первая позиция. Очень даже хорошо. Так, давайте отправляемся далее. Опа, все хорошо, идеальный старт. Ой, да нет, разбился, да как так, в смысле? Ёлки-палки, ладно, еще раз пробуем. Так, хорошо, поехали. Пока первая позиция у нас. Такой прыжок был замечательный. Так, едем, едем. Тихо, тихо. Аккуратно. О, прыжок. Так, слушай, Дамар разбился, ё-моё. О, кто-то меня преследует. Нет. Первое место, ребятушки, я хочу взять. Спасибо. Так, а ну-ка, как... А второе я получил, ну и ладно. Второе так второе, ничего страшного. Отправляемся дальше. Да, берем тут нашу машинку и едем, едем, едем вперед. Так, все, идеальный старт у нас, хорошо. Ох ты, подожди, а что там за гоблин такой сидит? Смотри, какая у него маска. Это дым? Дым 10626? У него такая маска, интересно, смоук, смотри какой-то. Да, вообще такие названия интересные. А у меня просто Дуда Плей. Потому что у меня канал Дуда Плей называется. Вот так вот. О, первое место. Отлично, спасибо. Спасибо, ребята, за первое место. 112 монет мы получили. Мы еще кучу монет заработаем, офигеть. Много чего, каких автомобильчиков купим. Так, ладно. Едем, едем, едем аккуратненько. Да, чувак какой-то вообще у него интересная такая маска страшная. О, у нас одинаковые автомобили, смотри. Ага. Разбился дым. Ё-моё, жалко. Ладно, будем ехать с кем-то там. С дрифтером. Дрифтер, там еще и смог. Смог какой-то рядышком. Так, а мы зарабатываем... А мы первые приезжаем, ребятушки. Да, это очень хорошо. 110 монет. Класс. Класс, 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 Adidas. А это что такое у нас горит здесь? Давай посмотрим. Да, это же у нас сундучок. Ух ты, 2500. Зимние шины, амортизаторы. Ой, как хорошо. 4 кристалла. Так, ладно. А что делаем? Ладно, едем дальше. И посмотрим, что у нас тут есть. У нас же тут детали есть. А, типа нету деталей, да? Интересно, почему? Так, а ну-ка. А я там же что-то какие-то ароматизаторы взял. Так, металлолом, найдите золото. Тут ничего нету, что ли? Ну, странно. Так, этот уровень у нас никак еще пока не прокачан. Ладненько, поехали. Поехали дальше. Старт. Темные дороги называется. Так, а ну-ка. Ой, поехали, поехали, поехали. Едем, едем, едем. В далекие края, ребятушки. О, кто-то сейчас перевернется. Кто-то перевернулся. Ага. Надо аккуратненько. Аккуратненько ехать. Никуда не спешить. Колесики у меня вообще интересные, красивые. Опа. Так, сколько я тут в воздухе буду? 5 секунд. Угу, спасибо. Езда на заднем колесе. Плюс 2. А, это, наверное, монетки плюс 2. Сейчас я посчитаю. 5, 6, 7. 7 монет должно быть за... Бонус за трюки 25 монет. Офигеть, ребята. Так, едем дальше. О, идеальный старт. Хорошо. Ой, мы тут даже и монетки собрали. Это разве не здорово? Это здорово. О, главное вот здесь монетки еще собрать. О, бензинчик и монетки. Купим мы новый автомобильчик. За монетки. Опа, прыжочек. Кучу монет собрали.
Так, вот здесь еще. Да, 20 монет. 20 монет. Так, считаем. 98 монет всего собрали. Хорошо. Отправляемся дальше. Вот это чемпионат, слушай, нас. Самый настоящий чемпионат. О, здесь надо главное. О, видишь, головой стукнулся, да? Странно, 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 ребята. Ладно. Так, чуть-чуть мы не доехали, да? Что-то там мы должны были. О, первый снег, ребята, первый снег. Хорошо. Я люблю зиму. Вот, едем. Так, монеты собираем, хорошо. Ой, хорошо, мы ускоряемся так. Ой, не, ой, чуть не перевернулись. Нет, нет, нет. Аккуратненько едем. А мы едем первыми, ребята. У меня вообще машинка не прокачанная, так сказать. Так, бугорочек аккуратненько мы сейчас проедем. Так, а где все? Алло. Первое место есть. Все, и головой стукнулся. Нормально. Это ну, снег же. В снег стукнулись, ничего страшного. 114 монет. Ой, хорошо. Нормально, 114 монет. Вообще классно. Так, едем дальше. А герой какой-то, чувак. Что с ним случилось? Куда он делся? Надеюсь, он там живой. Какие, смотри, карусели, а? Оп. Так, монеты, 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 монеты. Это очень даже хорошо. Так, а здесь нам получится. Надо будет немножко так вот разогнаться. И едем максимально быстро. Вот, хорошо. Вот еще куча монет. Угу, спасибо. И еще монетки. Первая позиция. И башкой мы стукаемся в землю. 140 монет. Это очень даже хорошо. Едем дальше. Так, идеальный старт. Так, у этого чувака, смотри, есть... ой, хоть бы головой не стукнуться. Фу. Тихо, тихо, тихо. Это самое такое мое нелюбимое место. Так, а у этих чуваков есть... О, разбился, смотри. Ускорители у этих чуваков есть. О, я ж дергаюсь, представляешь? Я вот играю, я дергаюсь. Потому что я так напряжен. Чтобы проехать эту трассу. Нет, 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 головой. Ой, фу, слава богу, головой. Я весь напряжен вообще. Аж пот у меня. Я пот со лба вытираю, потому что... Очень напряжен, чтобы он не разбился, не перевернулся, чтобы хорошо доехали, заработали много денег и открыли новые дороги, чтобы интересно было играть. Так, что мы открыли? Новый кубок, кубок пустыни. Офигеть, давайте там поиграем. В пустынке. Я хочу. О, да, да, будем играть в пустыне, ребята. Поехали. Так, наша девчуля, поехали дальше. Ожидания игроков. О, поехали. Игроки, в пустыне играем. А, чё, а игроки все те же? Нет, смотри, на автобусе едут. У меня, кстати, тоже есть автобус, я его могу открыть. Открыть, но нужны будут денежки. 8 тысяч стоит автобус. Это разве нормально 8 тысяч автобус стоит? Ну и чё. Купим. Ну, пока я буду на машинке это ехать. Ох ты, нифига, как все тут сложно. Смотри, нифига, трасса какая. Офигеть. Ай-яй-яй-яй, падаю вниз башкой. Блин, да как так? А на какую кнопку надо было нажимать, чтобы не стукнуться? Ладно, у нас есть три катки здесь, в пустыне. Так, меняемся. О! Прыжочек. Смотри, интересная такая, мне нравится карта эта, красивая. Пустыня. Ой-ой-ой, башкой! Блин, спасибо. Я нажимаю, короче, наверное, не туда, не на ту кнопку. Чтобы повернуться назад, я нажимаю вперед. И, конечно же, она развивается еще сильнее. Хотя? Ну ладно, сейчас. Так, тут еще какие-то вонючие кактусы стоят. Ё-моё, они мне мешают. Из-за этих кактусов. А, он даже назад отъезжает, прикинь. Так, мощность гаража. Мощность гаража показывает уровень объединенной мощности ваших автомобилей и тюнинговых. А мощность гаража повышается каждый раз, когда вы покупаете новый автомобиль или повышаете категорию старых автомобилей.
А мощность каждого автомобиля также показана раздельно. Она представляет значение мощности данного автомобиля и его тюнинговых частей. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, всего у меня 12 тысяч. Мы можем купить скутер. Мы можем купить автобус. Мы можем купить... Наберите серебро 1, чтобы разблокировать. Ага. Давай купим... Да, давай купим автобус. Да нет, скутеры не буду купить. Я куплю автобус, ребята. Автобус. Отправляйтесь в дорожные приключения с друзьями. Идеальный транспорт для долгих приключений, который имеет... Чего там имеет? Все, ребята, мы купили автобус с вами. Это очень здорово. И на этом будем заканчивать серию. Смотрите про автобус следующей серии завтра. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.